Это диджей Vigilant, и я продолжаю проходить игру под названием Хроники Риддика. И там чё-то. Нам найти надо Раста и покончить с ним нафиг. Или ты с Растом? Чё? Раст? Так. А где у нас Раст-то? А, тебе тоже видно. This is for you. Так, что он нам дал? Что дал-то? Непонятно. Секретный код. Четырехзначный код безопасности. Открывает какую-то запертую дверь, возможно, внутри лазарета. А как посмотреть? А фиг знает, как посмотреть. На территории Аквилла. А я не знаю, как Аквилла территория. Что за... Hang somewhere else, man. Rust will find you wherever you are, and I don't want to be around for that. А, я понял, куда идти. Да. Нам идти надо туда. Здрасте. Курим. Так, вот этот акрил явно или туда нам. Это все валяется, встанет, упадет, встанет, упадет. Чё скажешь? Вот доберусь я до тебя. По ту сторону решетки. Так, ты ничего не скажешь нового. А вот это открыто, ясно. Загрузон. Загрузон. Так. У нас есть хотя бы кастет. О, а блин, вас тут немало. А, укуси вот это. Да что ты непробиваемый какой. Так, уломали его. Мухи тут еще какие-то. Так. Да чё ждать, бить. Ай, блин, пропустил. Блин, он почему-то не бьет его. Да что ты? Ух ты. Это, по-моему, вроде как помощней кастет. Так, ладно. Это видно... Как их назвать? Ложки Раста. Надо. Вау, что у нас? У нас заточка появилась. Круто. Я у него оружие забрал. Ух ты, супер. Что за рип? Блин, я думал, того оружия, что ли, есть. Опа. Какой ты изобретательный. Иди сюда, милок. Не ожидал, падла. А, блин, не в ту сторону. Ай, подожди, там опа, хочет обойти меня. Что-то с затычкой вообще сложно это, наводить. Как он руками затычку острую останавливает? Блин. Да что ты, блин. По-моему, легче в рукопашную. Да режь ты его уже. Вот так давно бы. А то эта заточка что-то мне вообще не нравится. Не, тут кастет был лучше. Где он? Блин, тут кастет был лучше. А, щит. Ну ладно. Неплохо по нам так настучали. Get ready. Да что ты, падла, делаешь, а? Сдохни. Сейчас нам каюк будет.
А, это же раса. Все, великого Ридика завалили. Скотина тупая. Да я тебя сейчас просто вмажу, тупо вмажу и все. Навешаем и люлей. Блин, не. Может, заточку попробовать взять? Пробуем. В горло ему, на, сразу. Он хочет захват, но на него не получается захват, да, смотри-ка. В рот ему, на. Да блин, я ж блок нажимаю, ну. Чё-то сложно завалить, да. Вот щет. Бэм. Ну иди сюда. Die, не подходи ко мне. Давай. Кали его, кали. Ему же это нравится. На. Давай, вали его. Бочину ему вон. Наконец-то. Да? А я думал, ты местный лошок. So this is a beast of Butcher Bay, huh? Head of the killing gang. Looks like I need a new rooster. You interested? They respect you now, Riddick. I can make things easier. Say something. I take that as a no. Saying no to me is not the kind of mistake you want to make. Ой. А вы меня не троните? У меня оружия-то нет. Хотя я вас... Так могу завалить. Ой, не... Так. Раст мертв. Вам надо поговорить с Хейли и узнать, что ему известно. Если что, я забыл. Ух ты, нифига. Сюрприз, мудила. Так. А можно оружие-то взять? Наверное, нет. Все, нет никого. Так. Чё тут? Да точка. Другая, что ли? That was something, man. А, это он мне пачку сигарет дал. Спасибо. Правда, не знаю, зачем они мне, я не курю. Back the fuck up, or I'll drop you. Ладно, понял. Я стою на месте. Сваливаем. Опа, труп нашли. Я сматываюсь. Там нашли трупак, который я сделал. Я сматываюсь. Так. А где мы-то? Территория Аквилла, тюрьмы. Я не знаю, где я. Ух ты, нифига себе. Нет головы. Ай-яй, повесили за руку.
решита. Ну, мародерничать, конечно, нехорошо. Куда я иду? Непонятно. Упс, извиняюсь. Мне микрофон улетел. Ну, бывает. Всякое. А, вот где мы вышли. Отсюда же? I heard you rejected Abbott. That's integrity. So, I'll keep my word. What do you want to know about? The pit. Looks like a way out. Way out? Sure. Raise some hell, and they throw you down. If you manage to stay alive, there's supposed to be a way into Pigsville from down there. But it's never been done. I like a challenge. Well, then, Pigsville's your place. Staff quarters, and you can get to the spaceport hangars from there. But you would need a rifle. And they're all DNA encoded. Yeah, and you'll fry if you touch them. And the DNA data bank is deep inside the mainframe area, past the infirmary. So I just walk in, huh? No, you gotta crawl. There is a passage from the infirmary that I think connects to the mainframe. Oh, and if you want to get through the infirmary gates, there's Boulder. This hack. Name's Boulder. He owes me 150. Talk to him. Ясно. Вот, за лазарет нам нужно, да? Поговорите с Болдером, чтобы попасть в лазарет. А, это не тот охранник, который там. No more rest. And no illusions, eh, Riddick? Abbott will find another to take his place. Still, we owe you for a few days of quiet, if not peace. Here's a little something for your troubles, son. Спасибо. Так, что скажете? Hey man, do you realize what you just did? Do you? Ну и чё? Killing Rust. That's gonna stir some major shit up. This is good news for Haley, bad news for you. Better hope this. Короче, yes. Так. Вы чё скажете? Wanna live? Ясно. О, этого мы нечаянно укокошили немножко. Наша камера. You killed Rust. Now Abbott's gonna come after. Да я уж вроде он подходил. No, you're the rooster, Riddick. It's just a matter of time before Abbott loses control. Так, походу вот этот нам нужен. Thanks for wasting Molina, man. Some fight, Riddick. Take care. Haley says you owe him. He should get that money from you, Riddick. You screwed my bet on Rust when you downed him. You screwed yourself by betting against me. Now, the infirmary. Man, you look like how I feel, like shit. Okay, go on through. Hurry up. Как кусок говна. Ладно, сходим. Спасибо. Ты понимаешь, что я тебя грохнуть могу сейчас? Don't just stand there. Move out. Лазарет. Чё встал, блин? Не стал я его трогать. А я это все тут. Just wait here for the doc and don't you fucking dare move. Окей. Надо избавиться от охранников. Их же два. А как так? Сейчас проанализируем ситуацию. Так, если я сниму этого, тот меня застрелит. Сниму того, тот меня застрелит. Надо, значит, чтобы кто-то спиной там. У тебя оружия нет, что ли? Понятно. Ой. Уберись ты с этого. Раз ты, то сильнее был тебя.
Ну на. Код безопасности. Окей. Что нужно? Парни, поправляйтесь. Так. Вон какая штука. Убей. Не. По ушам-то. У меня тут медикаменты рядом, так что не страшно. У тебя что есть? Хоть бы каску там взял, что ли? Хотя он без этого всегда по жизни ходит. Так. Тишина. А, это такой наномет? Ух ты, давай посмотрим. Ух, ни хрена себе. А, он еще больше сделал. Блин, спасибо. Ясно, как это работает. Ёшкин. Ну, хоть в игру немножко влился, а то вообще непонятно, что было. А, мог, нет. Блин, ты что за... Блин, я сколько жизни потратил. Пипец, придется возвращаться. А что делать? Еще. Делать нечего. Приходится делать так. Приходится делать так. Ну, не, ну чё, тут же близко. Это не страшно. Так. Ну, хоть убрали того охранника. Вон он валяется. Может, его убрать что-то? Вот здесь вот темно. Автомат мы не возьмем. Он под ДНК. И жариться же нам не надо. Так, тут закрыто. Ага. Где ты заметил? О, блин. Как раз рядом. Так, тихонечко. Кто не заметил? Блин, как ты меня заметил? Как он меня заметил, я не пойму. Здравствуй. По мне стреляют, что ли? Блин. Ну да, темнота, друг наш. А, вон еще кто. Так, нас заметили. Вот какой-нибудь есть. Блин, нас заметили, это очень плохо. Скрытность это не мое.
Интересно, далеко до этого зала заретья? The mainframe. Security will be tight. Ага, где-то уже тут. I like a challenge. Обожаю трудности. Вот я нет. Я как-то не обожаю. Так, а нам куда? Упс. Упс-мопс. Жадно. Тихо, тихо. Не надо меня замечать. Блин, увидел. Вот теперь будешь мучиться, а так бы тихонько сдушил и все, ну. Отвёрка. Отвёрка, наверное, лучше, чем зубочистка. Да-да. Где тут база? Не это? А куда нам надо? Ага. Блин, сейчас что-то было же. Или мне показалось? Подожди. DNA reader ready. Please give sample unscheduled DNA sample added to prison staff databank. Notifying system security. Security breach in mainframe area. Possible breakout attempt. Блин, и что мне теперь делать? Теперь вы можете... О! Да ладно. Now things get interesting. Да это же чудно. Так, у нас сколько? 38 патронов. Чудно. Заточка мне не нужна. О, блин. Опа, еще бегут. О, веселуха началась. А тут здоровье поправить нет. Ну-ка. Как будто знак медикаментов. Ну ладно. Где гранаид? О, блин. Я не помню, как фонарик включать. Да, блин. Упс. Смотри-ка, работает, если в голову выстрелить. Оружие только одно можно или... А, нет, все норм. Не, с автоматом похожу. Я люблю автомат. Так, что-то я не понял. Что это такое? Что я открыл-то? Она мигает. Ну и чё? А чё я должен... Что я должен сделать, я не пойму. Непонятно. Возвращайтесь скорее к камерам. Доступ к яме скоро будет закрыт. Не знаю, что я сделал. А, я камеру открыл. Ну, ту яму открыл, да, таким образом. Ясно. Теперь нам обратно. Ничего не видно. Так, а, вон куда нам. Ну, ясно, теперь обратно возвращаться. А
как я туда залезу? Щит, не знаю. Так, лазарет. Тюремный двор. А он же там рядом где-то. Может, там дверь теперь открылась? Фиг его знает. А, Вука фонарь. Точно. Блин, а? Я не знаю, что делать. Нафига я это открыл, я вообще не пойму. Чё за фонарь? Я когда приближаюсь, у него оружие убирается. Я действие нажимаю, нифига. Чё надо делать вообще? Вообще не пойму. Чё делать-то? Может залезть туда? А, залезть! Да ёп... Как я сразу не догадался. Ну я, блин, даю. Вон точный выход. Ну я молодец просто. Готовы. Чё тут тащить? Тащить даже нечего. Чует он, видите ли. Блин, нас задевают, мне... интересно. Жизнь уходит быстро. Они очень точные, кстати. Про что я и говорю. Даже на нормальной сложности для меня это нормально. Так. Тут никакой снайперки у них нет. Что у нас там? А это что-то? А, пистолет. Опа, кто-то идет. Security breach in mainframe area. Runner is Riddick. Prisoner 542-1136. Кто-то идет. И видно, до сюда не доходит. Блин, как я промазал. Блин, 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 блин. Издевают. Сдохни. Сдыхать не хочет, смотри-ка на него. Да живой. Какая живучая зараза попалась, так.
И это всегда неплохо. Там городит он на непонятном языке. Ой, не то. О, блин. Чё он тут делал? Тихаря наяривал по-большому. Гранейт? Вот гранейт не надо. Ясно. Давай, вылазь еще раз. Готов. Да что-то эта голова никак не хочет. Так. Хорошо. Динамитов. Такой синий цвет прикольный. Походу, у меня патрон мало. А, 44 еще нормально. Еще все good. Ничего нет? Нет. Вот тут мне не нравится это место. Как будто меня тут засада ждет. О, блин. Вау. Блин, надо поточнее стрелять, а не как я стреляю. А почему? Это на дробовик, что ли? Да, надо им пострелять. Патрон пал, но уже набралось. Простите. Okay, here he comes. Вот он. А вот хрен вам. Понятно? Ротца. А, блин, граната. Я думал, дымовая какая-то. Неудобно немножко. Вау. Кто такой умный? Я не вижу просто. Ух ты, ни хрена себе. Ух ты, ни хрена себе. Ни хрена себе. Ой, чё. Вот это я не ожидал никак. Мочи эту тварь. Блюдочный. Пипец. Попал я. Вот я попал. У меня даже гранат нет. Ой. Черт, блин, где жизни? Где жизни? Вау, он сюда идет, он идет сюда, он идет сюда, он идет сюда. Черт. Где у него слабое место? Упс. Он не видит меня. Блин, я не знаю, как с ним бороться. Пипец. Что ж, продолжу в следующей серии. Это был DJ Vigilant.